Приветствую вас на канале Веломода. Сегодня хочу вам показать велосипед как готовое решение. Не надо покупать никаких электронаборов, электромоторов и так далее. Велосипед предназначен для агрессивной езды. Ему не страшны ни ухабы, ни горки и так далее. Можно ездить по пересеченной местности. Он оснащен знаменитым мотором Yamaha. Аккумулятор тоже Yamaha установлен, литионовый, который легко снимается, легко ставится. Можно проверять заряд. Есть индикатор заряда. Даже без велосипеда это можно проверять. Снимаем аккумулятор. Можно его спокойно, здесь удобная ручка, спокойно с собой забрать, дома зарядить. Потом прийти к велосипеду. И вот он готов к путешествиям. Велосипед оснащен хорошей амортизационной вилкой с ходом 100 мм. Такая вилка сгладит любые неровности. Но мало того, здесь есть гидравлический локаут, монетка которого вынесена на руль. Вот я сейчас ее включаю, этот локаут, и пытаюсь нажать, вилка прочно держит. Будет хороший накат на асфальте, можно на ходу включить при виде любой ямы или неровности. Так, и теперь про руль велосипеда. Здесь достаточно эргономично все собрано. На этой панели можно редактировать режимы ассистирования, тоже на ходу. Здесь можно включить режим пешехода, который позволяет велосипед катить рядом, и он будет, в принципе, сам катиться. Сейчас я включаю эту электронику. Вот дисплей. Дисплей уже считал и показывает, что на этом заряде аккумулятора можно проехать 56 километров. Я могу сейчас изменить режим ассистирования, то есть я поставил более слабый режим ассистирования, и дальность пробега увеличилась до 86 километров. Чтобы было наглядно, я могу сейчас включить максимальный, будет 46 километров. Также на этом велосипеде есть режим пеший режим, то есть когда вы идете со знакомым и не хотите сами катить велосипед, вы нажимаете на эту кнопку, и он сейчас сам поедет. Вот он поехал. Некоторые люди утверждают, что middle drive, кареточный мотор, ненадежный, потому что можно зацепить грунт и так далее. Вот наглядная демонстрация, что здесь есть защита. Она даже не с одной стороны, а с двух сторон поставлена металлом. Вы можете скорее повредить раму обычного велосипеда, чем вывести из строя мотор Yamaha на хайбайке. Также отдельно стоит обратить внимание на раму, она стоит того. Можно увидеть, как тросики грамотно спрятаны внутрь. Они не мешают райдеру. Есть своя геометрия. Усилена подседельная труба, есть косынка. Перья на велосипеде тоже имеют особую геометрию. Они плоские, если так можно выразиться. Своего рода смягчают неровности, точнее последствия неровности, когда райдер катается по... Отдельно стоит обратить внимание на трансмиссию велосипеда. Это электровелосипед с двумя ведущими звездами. То есть электромотор с двумя ведущими звездами. Никакие бафанги и другие самодельные моторы не обладают такими характеристиками. Это Dior, передний переключатель Dior XT, верхний уровень Shimano, ну один из верхних. Задний переключатель Shimano Dior, мощной тормозной системой. Вот вы можете увидеть роторы 180 мм. Тормозная машинка марки Tektra M285. Велосипед установлены знаменитые покрышки SmartSem от марки Schwalbe. Диаметр 27,5, ширина 2,25. Оптимальный вариант для универсальных покатушек.
Итак, перед вами почти самый легкий электровелосипед в Украине. 22,2 килограмма. На этом велосипеде можно кататься на работу, на дачу, на рыбалку и при том на дальние расстояния. А есть люди, которые на такой модели уже проезжали до 190 километров на одном заряде. Поэтому этот велосипед вас не подведет.